Так, 18:57, 27 мая. Вот вы знаете, вот пока на улице весь этот прохладный, приятный дождик, то и в квартире, соответственно, прохладно. Даже не жарко. А вот стоит солнце выглянуть, как вчера было. Сейчас звездец. Духотища невыносимая. Соответственно, пришлось раскошелиться. Взять такую вот вручалочку. Не знаю, может зря, может стоило сплит-систему купить. Но мне так в лом с ним заморачиваться было. Лучше вот эту херню. Нацепить этот выхлоп на форточку. При помощи тряпок и скотча. Да, халтурно, всрато, по-колхозному, но зато эффективно. Надеюсь. Ну, приступим к вскрытию. Потому что положу. Или батон. Сейчас скроем, почитаем всякие инструкции, мануалы, предостережения. Когда обидно, когда ты хочешь домой уставший, хочешь отдохнуть, а тебя еще и жарище обхреначивает. Это просто невыносимо. Гофрированная трубочка выхлоп. Не сломать бы ее. Вот и насадочки. Одна насадочка в дырку в стене, другая как раз под ее, где вот окно по диагонали открывается, туда ее вставить, скотчем обмотать вокруг или тканью, если будет в комплекте. И вообще будет шикарно. О, ну это вообще, это просто царское удобство. Пульт управления. Вот это уже по-людски. Так, это уже понимаю тема. Надо как-то вытащить, блядь, не ломавшись. Да, зря я сразу снял. Это делать с самодом. О! Покладаем. На бок. Перевернем. Вот батон, блятушки. То это тяжесть. 25 килограмм. Чистой современности. Я понулся. Просто я понулся. Ядрить, колотить. Он настолько тяжелый, что я удивляюсь, как я все еще жив после поднятия таких тяжестей. Ужас просто. Мешок с цементом, кстати, был тоже порядка 25 килограмм. Но мешок с цементом, он хотя бы, о, ни хрена себе, а что это? Днище само вывалилось, что-то. Ни хрена себе. А, все, понял, короче, все. Дошло до меня. У него же эти два троса были. Я, короче, сглупил. Не надо было ничего переворачивать. Можно просто тросы отхрящить. Тросы отхрящить и поднять коробку. И все, и вот он. Готовый к употреблению. Как говорится, поспешишь людей, не спешишь. Катается вроде хорошо. Удобно. Так, ну сейчас почитаю инструкции. Добуду возводить его на подоконник. Я его хотел, собственно, на подоконник поставить, но он выпирал так, что колюсками был упор сюда, плюс это окна, эта херовина торчала, упиралась в окно. В общем, короче, пришлось вниз его поставить. По инструкции сказано, что 2 часа его в таком положении надо подержать, прежде чем включать первый раз. Так, ну, собственно, окно, как я и предполагал, очень аккуратно туда вот зайдет выдув и будет выдувать горячий воздух.
Все остальное там я либо скотчем, либо тканью как-нибудь аккуратно залеплю. Ну, сегодня уже испытаю. Я думаю, он не подведет. Судя по отзывам, кондиционер очень топовый. Так что подвести не должен. Но на всякий случай пожелайте удачи. Так, 21:09 уже. 2 часа прошло, но... Блять. Ёбаный рот того казино, блять. Какой мудак проектировал эту хуйню. Сука. Я ее пока вставлял, помял. Вроде вставил, все уже нормально. Но решил ее немного в сторону убрать, пока окно мыл. Нахуяк. И так спокойно стою. Я, причем я ее с большим трудом вставлял. Она так спокойненько. Чух, и вышла, блядь. Звездец. Кое-как ее вставил. Криво, косорыло, срато. Сейчас подправить немножко по периметру. Вообще, я думал, с гофрой будет как-то оно попроще работать. Что-то здесь не так. Проектировщики мудаки. Не смогли нормально спроектировать. Бухие, видать, на работу приходили. По любасам. Жаль, не заснял момент. Только я включил, тут же запищал, тут же включился на температуру. Хотя, по идее, он должен был выдвинуть эти хуевинки. А их, похоже, самому надо. Раз, два, три, четыре. Ну, пока еще непонятно, то ли прохладно, то ли не особо. Так, морозка стоит. Ну-ка. Что у нас, увлажнение какое-то? Стало дуть сильнее, но без особого холода. Короче, пускай морозит. Ебошит. Трубка у меня уже пиздануться успела. Ну, бля, вот. Короче, надо еще помучиться будет с этой Срав Технолож. Я думаю, разберусь. И, скорее всего, она меня порадует. Когда завтра начнется опять солнечная погода, будет душно. Ну, в принципе, уже чувствуется прохлада. Поддувает прохладой. Неплохо. Удачного мне использования.